Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. І сьогодні до нашої студії завітала Оксана Кузнєцова, представник правління суспільної організації «Одеса ВАО». Вітаю, Оксана! Здравствуйте! І тема нашого ефіру – культурно-креативний простір в Одесі та Одеській області. Отже, Оксана, що уявляє собою культурно-креативний простір? Смотрите, на сегодняшний день у нас в стране происходит децентрализация, да, и каждый регион, каждый ОТГ имеет право развиваться в каком-то направлении. И мы увидели, что на сегодняшний день во всем мире идет развитие именно в формате культурных индустрий. И очень хочется, чтобы именно это легло в основу тех стратегий развития ОТГ, которые на сегодняшний день будут развиваться. Культурно-креативное пространство может входить в совершенно разные направления. В том числе телевидение — это тоже креативная индустрия. Это могут быть различные мастера, которые занимаются рукоделием. Это могут быть какие-то этнические вещи, связанные с непосредственно развитием этого региона в этническом каком-то характере. На самом-то деле креативные индустрии, они очень обширны. И наша задача сейчас просто рассказать людям о том, что можно в этом направлении развиваться, и хочется найти то ядро людей, которые посмотрят на свою страну, на свой регион, на свой город немножечко другими глазами, объединятся и создадут вот эти креативные пространства. Скажіть, будь ласка, які все ж таки існують напрямки у вашій роботі? Что касается непосредственно нашей работы, мы сейчас работаем в рамках грантового проекта Украинского культурного фонда, и здесь есть несколько этапов для того, чтобы создать вот эти креативные пространства. Нужно начать с самого простого, да? Раньше это называлось там инвентаризация, сейчас мы это делаем с профессиональными людьми, которые занимаются анкетированием. То есть мы проводим анкетирование более 1000 домогосподарств в Савранском и Болградском районе. Мы выбрали эти два района Одесской области, они находятся совершенно в разных концах нашей области, но примерно на одинаковом расстоянии от Одессы, и тем интереснее, как они будут развиваться, да, несмотря на то, что они совершенно разные по этническому составу, по там, уровню развития. Нам вот как раз будет интересно такое, может, где-то даже соревновательная вещь, чтобы появились команды, которые будут развивать свою ОТГ. Сначала первый этап у нас проходит анкетирование. В сентябре месяце сейчас у нас уже формируются команды в каждом ОТГ до 5 человек. Это те активные люди, которые хотят что-то развивать в своем городе, селе, ОТГ. И затем с этими людьми в конце сентября мы будем проводить идеатон в Одессе. Мы их сюда приглашаем, мы даем 3 дня на очень такой мощный тренинговый заряд. Мы будем помогать им разрабатывать стратегию развития своего ОТГ с точки зрения культуры и креатива. Ну, чтобы не было что-то такое банальное, да, чтобы они, возможно, нашли какую-то такую фишку, уникальность, которая позволит их ОТГ выделиться. На сегодняшний день зарегистрировано 1460 ОТГ в Украине. Представьте, это 1460 предприятий, которые одновременно начнут работать. И, естественно, это будет какая-то конкурентная среда, и здесь очень важно найти свое какое-то уникальное торговое предложение, чтобы к вам захотели приехать, чтобы ви могли розвиватися. Скажіть, будь ласка, що ви робите, щоб креативні простори розвивались? Мы участвуем в вот таких вот грантовых программах. Мы реально понимаем, что это социальная такая миссия для того, чтобы люди об этом узнали. К сожалению, вот даже наш опыт приезда в там Болградский и Савранский район, когда мы проводили презентации, рассказывали, некоторые люди даже не понимали, что такое громада, да, то есть как бы для них это какие-то непонятные слова, какие-то новые вещи, вы понимаете, да, все новое всегда воспринимается с критикой, с каким-то ну, нежеланием что-то менять, и наша задача на сегодняшний день помочь людям посмотреть на свою страну
начиная с глобального, да, и заканчивая на свое ОТГ немножечко другими глазами. И очень хочу, чтобы молодежь подключилась, потому что, по большому счету, то, что сейчас будет происходить, это закладывается семена или даже так фундамент того дома, который будет построен там через 10, 15, 20 лет. И вы, и ваши дети будут жить в этой стране, и все зависит сегодня, какой фундамент вы заложите. Действительно, это будет мощный фундамент, либо это будет, ну, сліпили з того, що були. Дуже хочеться, щоб був фундамент мощний. Питання про фінансування. Як можуть фінансувати на сьогоднішній день культурно-креативні простори? Смотрите, сейчас происходит децентрализация, да, и если раньше основные финансовые потоки шли на Киев, то сейчас, в общем-то, все то, что предприятие зарабатывает на территории ОТГ, все эти деньги поступают в фонд ОТГ. Это как бы один этап финансирования. Второй этап финансирования, децентрализация у нас началась с 2014 года. И те ОТГ, которые были созданы первыми, они получили очень хорошую поддержку от государства, да? То есть было финансирование создания вот этих ОТГ. К сожалению, Одесская область в этом плане находится на последнем месте. У нас только в этом году начали формироваться эти ОТГ, Одесская область определялась до последнего. Вот. Но на сегодняшний день ОТГ эти созданы. Но, к сожалению, того финансирования уже не будет. Но есть другие, есть грантовые программы, в которых можно принимать участие. И вот наша задача, нашей команды, в общем-то, помочь людям узнать об этих грантовых программах. Есть программа ДФРР. Мы в прошлом году, когда писали грант по Украинскому культурному фонду, еще подались на программу ДФРР в обладминистрацию. И, в принципе, программы создания культурно-креативных пространств были заложены в программу развития Одесской области. И там, если не ошибаюсь, заложено порядка 6 миллионов гривен на 6 ОТГ, то есть это где-то по миллиону гривен на каждое ОТГ. Это те ОТГ, которые могут получить эти деньги в рамках вот этой вот программы развития области. Оксана, скажіть, будь ласка, чи є приклади креативних просторів, які вже існують на даний момент? Да, на сегодняшний день уже есть очень интересные ОТГ, которые нашли свою такую узкую специализацию и, в общем-то, стали известны уже не только в границах Украины, но и во всем свете. Есть такое ОТГ, к сожалению, забыла, как оно называется, в Черновецкой области. Это небольшой населенный пункт, где шьют свадебные платья ручной работы. Причем они так смогли скооперироваться, вот именно все население, они привозят ткани с Саудовской Аравии, у них есть заказы именно в Саудовскую Аравию, у них есть заказы в Лондон. Даже, если не ошибаюсь, королевская семья заказывали у них тоже какие-то платья. Это тот момент, когда люди в своем населенном пункте смотрят не друг на друга, не конкурируют между собой, а создают такое большое предприятие, где каждый является частью какого-то механизма. Кто-то делает там цветочки, кто-то вышивает, кто-то шьет непосредственно платье. У них там есть какие-то уникальные лекала, которые никому не показывают. И это на самом деле очень круто. Таким образом, небольшой населенный пункт, который, в общем-то, до того времени был малоизвестен, и где люди, ну, в селе очень мало зарабатывали, сейчас это является очень таким креативным ОТГ, которое знают во всем мире. Другой хороший пример, когда в Винницкой области, тоже, к сожалению, забываю название ОТГ, привезли в небольшой населенный пункт, где был старый замок. Они хотели восстановить этот замок, но как восстановить, как привлечь туда людей? И там был организован фестиваль классической музыки с оперными певцами. Туда приехали звезды, пригласили мировых звезд оперы. И на фоне замка, с красивой подсветкой, с правильным звуком. Это был фестиваль мирового уровня. И об этом ОТГ узнали тоже во всем мире. Это тот момент, когда мы смотрим на развитие своего города, своего населенного пункта не в формате «вот я маленький, я ничего не могу сделать», а когда мы мечтаем.
Оксана, дуже дякую вам за цікаву інформацію. Дякую, що прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.